звук еще включи, чтобы я был супер комментатором вот этого нереально невероятно интересного стрима. Yes. Ну идем сейчас, как мы накатим. Ой, я боюсь уже. Сейчас еще раз порежь, как я. Сейчас я только ребят позову своих. Друзей. Волк, коза. Покричишь сейчас? Всех высоскаем. У меня, кстати, даже опыт какой-то идет, чё. Но опять же, все-таки, когда играешь ты на 90 плюс, у них вон разница есть. Сейчас не сложится, поскольку он нормально идет. Умерли левел ап, я включил. Тут что-то куча всех мобов. Сейчас иду. Просто тоже куча. Рунагорд, ничего себе! Правда, она мне, наверное, не нужна. Ой, зал я тут. Сапожки, кстати, классненькие упали, жаль, что эфирные. В смысле, выпал сейчас Лунатал? А, ну, это, не знаю, посмотрим. Пока что нет. А, это... Сейчас,
секунд. Пойдем дальше пешком. Расплывается вперед. Что нужно? Тал Этх нужно ли мне? Жел, желтый, да, посмотрим. Да, я думаю. Эй. Ордеры слетели. Скажу, что куча всякого говна. Не могу в этом я разобраться. О чем можно вообще броне собрать?
из двух сокетов ты еще такой дешевый, ты не помнишь так сходу? Ну, малтир-то как бы мал у нас на норме, как-то не особо присутствует. А талетх-то что мне даст, получается? Ну, наверное, то стоит собрать. Да, наверное, соберем ее. У тебя же, говоришь, тал есть. Вот думаю, что в щит-то вставить все-таки. Пока не очень понятно, что вставлять. Да все не на макс. Может вас загнать. Лучше что? С тремя дырками. Ну, это понятно. Не, ну все-таки синий с 30-20 тоже так-то хорошая штука, согласись. Так, и слушай, а у друида есть какой-то скилл, который быстро бьет, типа шилд или еще что-то? Фьюри, да, только остальные типа все медленные. Ну понятно, но я имею в виду в целом, то есть все остальные скиллы. Точно ты уверен? Если может чекнем? Давай сейчас всех чекну, потому что на самом деле я хочу как, наверное, делать. А, вот, да-да-да, я поэтому и хочу сейчас это посмотреть, потому что мой план каков? Может я тогда буду просто амплифай вешать? Ну, если успею, конечно. У меня, в принципе, же есть цепь с амплифаем сейчас. Вот, так как я урон ни хрена не наношу. Ну, я знаю, что 5%, ну и чё. Просто от меня все равно толку нету особо, поэтому я и думаю, что сделать. Посмотрю, какие скиллы сейчас быстрые секу в этом. В яс-калькуляторе. Ты же ни хрена с друидом не знаю. Друид. Какой-то у меня ничего, хотя не важно, особо. Он там есть у меня. Ну, пусть будет флэйном, похер. Фалейл. Так, соответственно, давайте у нас Werewolf. О, господи, медленно тут бьешь, а это кошмар. А, Feral Rage, Hunger, Rebus Fury. Так, КС у меня же нигде нету, да? Ну, то есть, может, в принципе, без разницы. Вроде брейки как одинаковые везде.
Так, ладно, если посмотреть в медведя, может медведем быстрее выпить. Медведь обычно 18, а голубь медведь. О, голодный медведь, короче, бьет быстро. Что получается? Голубь у меня не прокачан. Фига мне до голубя скиллов надо, ладненько. Я сейчас качну, так уж и быть. Ботинки у меня вот сейчас выпали, кстати, очень даже ничешные. Слушай, но у меня ботинки сейчас выпали 20 бега, 28 к холоду, 10 фаер, 12 МФ. Да. Но они единственное, что эфирные, ну похер. Сейчас нам более чем хватит. Так, сейчас я это выкину. Это я выложу. Скрафчу. Как плохо-то играть с маленьким сундуком. Ну, в смысле, не с мультистраничным. Это же вообще жопа. Еще и на прохождение. Жесть какая-то. Да я понимаю. Так, медведь. Так, голод. Нет, понятно, просто в медведя он быстрее получается несколько брейков. Угу. Я вот это сейчас чекну. Так, Вервулф-то заменим пока F2 на... Так, соответственно, волк у меня S. А, слушай, если надо, я могу дух вызывать, который на урон тоже. Может, его лучше тогда? Или на ХП оставить? Ну, я думаю, сейчас, наверное, на урон кто один. Ну, ок, у меня есть что тоже первый урон так-то. Да, да, сейчас я тогда этого волка еще на единичку качну. И чё, идем. Так, идем. Нормас, чё. О, медведи, может, нормальные. Вообще куда быстрее. Может, даже оно так и есть. Да.
мод, что ли, есть? Шлем на варвару упал. А, возьми, посмотри. Вроде крики слетели. Слышишь, да? А, слушай, нет. Это я все. Да идет что-то, ползет по себе. Мало, конечно. Прям реально вообще. Ну, просто соло я бы хз какие-то проходил. А тебе нужен меч на три гнезда, вот что.
это быстренько прям. Вот, тал. Забирай тал. Вращать. Интересно. Тогда я, наверное, заменю так, вот этот, выкинуть. Блин, конечно, какой-то есть этот шарм возвращения все-таки в игре с нуля. Что-то в этом, наверное, и есть. Ну это да. Так, сейчас я гляну еще раз скорости атаки, потому что какая-то хрень получается. Окей. Брит в форме волка голоден бьет 15 фреймов, стандартным скиллом бьет 18 фреймов. Окей. Брит в форме нервной виды, вернее. Стандартный 22, это 17. 17. Ну, фьюри типа быстрее, окей. А что дальше? Дальше у нас будет без формы. 17 фреймов. Да нет, типа вроде как он пишет, что друид в форме медведя голоден идет быстрее. Ну, хотя как будто бы это выглядит не так. Довольно странно. Может, конечно, калькулятор врет. Ну, ладно. Послушаю его, чё. Здесь 23. Всё, окей. Погнали дальше. Твистер-то мне не нужен. Ну, супер его добывать. Так, ну-ка давай вспоминать, что можно собрать в супер его добывать. На два гнезда какие-нибудь. Лорды, которые дадут мне что-нибудь класть. Спросил, это Enhanced? Подожди, Варакс упал, еще лучше. Три гнезда Варакс. Слушай, надо прям посмотреть на самом деле, что можно собрать. Там, по-моему, 100% open runs, тут ты еще и сам травишься.
надо обходить. Open Wounds, по-моему, на... они же от уровня зависят, поэтому как бы они прям месить урон не будет. Уж лучше так Russian Blue. Который можно собрать в рунворде Амнитил. У нас, я думаю, ни у кого нету Амна. Хеллбала предлагает, ой, норму балла также вместе предлагает. Хорошо. А у тебя у самого-то как вообще уровень как-то? Он вообще же, да, не растет никак, ни на копейку. Забавно, что вообще хоть что-то добавилось, если честно. Дерьмо даже на мерк не пойдет. Нет, так у меня мерк-то другой. Окей. О!
эфирный призм. Вот это можно взять, мне кажется. Хотя там от уровня зависит. Но, по-моему, в нем как раз лаза 4 места. Потому что в нем Ларзу пробьет, по-моему, 4 гнезда как раз. Если я правильно помню. А, 24-й. Блин, 25-й называется. Просто я смотрю, помню, вроде как типа 30 уровня. Видимо, очень какая-то разница большая, не могу. Ой, там плохо так все. О, эфирный милитари пик. Нормас. Желтый мау. Ну. Че у меня лагает-то? Так, алло, ты меня слышишь, че? Ладно. А я где сейчас, на месте стою или как у тебя? Понятно. Я подвис почему-то. Я так на месте, да, и стою? Чё за... И как это интересно, чтобы развисло? Да не, FPS как бы 150 пишет. Чё-то обычно вопрос быстрее развисает. Не знаю, в чём проблема. Ну, хз, может, попробую выйти сейчас с сервера и пере... Но я слишком далеко, чтобы квест засчитала. А, ну, давай так, чё. Все, ты типа убил? А, я убил его? Ага, все. Не знаю, что это было за херь. Фу ты, в итоге ставил руну Тау в два раза, кажется. Печаль. Стало же у нас никакого урона, не начинается. Не, ну хотя этот начинает стал хуй, по-моему. Хуёвый. Так, ты там уже всех зачистил. Иду. Let's go.
31 лайф, 16 резист. А, шхер. Так, дай-ка я в город схожу. Я думаю, скорее всего, пешком. Так, сейчас давай какой-нибудь рунворд врага соберу сейчас. Что-то там... А, Ордсол, но солов у нас нету. Что-то там еще есть, по-моему, Нефтир или что-то такое, какая-то хрень. Да и чекну эти тупые рунворды сейчас, которые маленькие совсем. Рунвордс. Какая у нас самая старшая руна есть? У меня самая старшая руна есть, пожалуй, это руна Орд. Ну ладно, если мы что, можем собрать еще и в ту. Тир настроен. Энсин Пьедж, да, Раутал. Да, мы в тире могу собрать. Evening. Так, а на нормале какое у нас там самое быстрое оружие? Так сходу не скажешь.
сотканы из мечей, топоров и булав. Мне тоже кажется, что фойл. Не, Crystal Sword точно нет. Ну да. Там столько и есть. Просто я думаю взять флейл, потому что там есть рунвор тир L. Тоже бомжатский совсем. Но можно вот как раз собрать. А вот нет, крашинг он есть только на амтире. Крашинга там нету. Ладно, бросай, тогда пойдем как есть. Прозрачным сплитером эфирным. Буду всех тоже это ослеплять. Джем Шрайн. Суперил флойл. Два гнезда. Да-да, какой дальше. Хантер Боун три гнезда для бега. No!
Нам бы сол найти, а? Сол найдем, и просто наш мир будет всех разваливать. Ну что? Хотя еще тир, блин. Переросал в дом и валяется с крыльев. Убьем, до города дойдем. Котом, по-моему. Сейчас. И подожди, не гармония, нам нужно туда Edge. По-моему, называется другой. Тир талант, да. Когда возьму 30-й, надеюсь, будет ситуация получше. Скоро мой дискул сплиттер сломается. Так, ладно, пойдем. Сейчас. Дома.
хакнул. Пробафни еще раз всему городу, пожалуйста. Что-то ребят спасти точно. Ага, вижу. С одного удара просто.
комбат выслетели. Я сейчас, короче, из голоса пропаду.
на некоторое время. Ну я буду там здесь, но давай короче, шум, че будет. Идем, будем переписываться, все как ты любишь. Урна. Дойдем, я. А, про это так, сейчас. А вот, все, здесь давай сейчас рекоин. Я на пару минут пойду и продолжу уже. Not here. Not here.
Good afternoon. Yes.
Not in town. Ага. Сейчас единственное, кстати, прикинь, я скиллы прокачал, а статы забыл, такой молодец, умный вообще парень. Малах-то понятно, но что-то как-то ощущение, что его меньше. А, ну что-то там сям, наверное, подцепил. Так, что мне нужно? А, ну остальное, наверное, куда? ХП или сила, что-нибудь такое. Теперь можно и побафаться, Ребятки тут будут сейчас. Ой, всякое дерьмо нападает.
Надо чекнуть что-нибудь. Брынки, надо чекнуть. Что у меня за намерки-то за брынки вообще? Че вторую? А, ты не чекнешь вторую брынку? Да. Так, Fire 16, Poison 10, Fire 19, Poison 28. Да. Так что ты все расстраиваешься постоянно. Не переживай ты так. Ну а что поделать? У меня сейчас, в принципе, нет никаких альтернатив. Так, человеку надо. Нет, так это и не свои резисты. Это я. Господи, это я про резисты, которые на броню сейчас упали. Я, наверное, отсюда. Я, если что, достаточно низкого уровня, у меня, блин, разница уже больше 5 левелов с мобами, с некоторыми. Ну, уже качу так себе. О, отшил 3 гнезда. Можно Ancient Page собрать. Point.
Пойдем, я себе сделаю щит. Чё эти портал? Она отправляет себя специально. Так, давай сейчас в эту пещерку заходим. Там где город. Какой там рецепт у Ancient Page? Ralord Tal? Это будет стрёмно сейчас неправильно собрать. Это мне не понимаешь, что мне делать. Да в смысле? Короче, у меня не зачитался второй квест. Да не, мне все не надо, дай тал просто. Еще вроде ок.
31 левел, ладно, это пока чуть ебельное. Пойдем дальше. Зашел просто. Ну, хоть какая-то скорость махания у меня появилась уже. А чё, не хладак, пойдём? Ну да. Чё, голод даже яичку не вложил, что ли? О, ни хрена себе, для голода нужно 4 скилла. Прикольно. Подожди, после Incentivate ты имеешь в виду, мы зачистим и убьем древних, или мы просто зачистим и потом не халтак, а потом на древних пойдем? Чистим древних. Окей. Зачистим пачку вот этой, ну. Давай только это чуть-чуть еще назад пойдем, я левел добью. Там буквально пару процентов осталось. Ну вот, вон налево, например. Пачек должен хватиться. Ага, все, подлево. Жестко, что надо столько скиллов. Так, ничего, го. Да, бафнемся. Ладно, я тебя помню. Thank you.
слева. А, че так не клатаку тогда? О, какую-то ты мне хрень не дала. Совсем меня не можешь. Идем. Сейчас давай перебафу я это медведя. ВП найдем. Good evening. Yeah.
смысле, откуда ты знал, что ВП сюда? Ты что, мапхак, что ли? Ну ты... А, ну фу! Salutations. Да без махвапа ты играть, алло. Да, я понял, что сейчас не будет. Ну да, собственно. Он балует, да, лучше. Thank you.
С этих ребят сейчас нормальный уровень должен браться. Неплохо. Так ты тоже типа качаешься на нем? Так тогда ты меня, я тебя не догоню такими темпами. Все, да, говоришь? Ага. Ладненько, давай тогда. Еще спасибо за игру, как говорится.